Во Владивосток возвращается международная биеннале визуальных искусств. В этом году она пройдет в 9-й раз и будет посвящена современным тенденциям в области искусства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основной ее темой станет морфология порта. По идее инициаторов, это позволит творчески оформить идеи развития и освоения побережья Тихого океана. Экспертный совет сегодня обсуждал организацию в мэрии города. Мы исходили из того, что зрителям нужно говорить, нужно возрождать эту традицию, когда зритель ходит к художникам, общается, пытается понять, что дает, собственно говоря, современное искусство. Образовательная программа биеннале будет разделена на две части – академическую и просветительскую. Первая будет проводиться преимущественно для общения и дискуссий культурологов и искусствоведов, для тех, кто в теме. Другая часть – просветительская, для тех, кто хочет разобраться в современном искусстве и получить ответы научно-популярным языком. Основные площадки собираются разместить на набережной Цесаревича, в Приморской государственной картинной галерее, в залах Музея современного искусства «Арт-Этаж» и галереи «Арка». Также планируется задействовать набережную ДВФУ, океанариум, а также Ворошиловскую и береговую батарею номер 13 на острове Русском. На мероприятии, проходящем с 22 сентября по 20 октября, ожидают не менее 150 тысяч человек аудитории. Илья Клименко, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.